Шотландии, конечно, поют неплохо, но и у нас в Хабаровске свои таланты тоже найдутся. Прошу любить и жаловать, Владимир Пожидаев. Я тебя, как певца, открыла в 1994 году на конкурсе «Звезды Амура». Вот что для тебе лично дал этот конкурс? Вообще, с этого конкурса, конечно, все началось. Он дал какой-то толчок, то есть какую-то уверенность в себе. И петь я начал еще в детстве, еще в школе, там потом это был техникум. То есть это было все чем-то поддержано постоянно, именно занятие пения. Во, а что для тебя важнее? Аплодисменты зрителей или лишний раз покрасоваться на сцене, упиться своими вокальными данными, так скажем? Нет, ну я никогда не упивался своими вокальными данными. Конечно же, аплодисменты, конечно, выходишь ради того, чтобы тебя как-то приняли, оценили, но не покрасоваться, это точно. Вов, вот ресторан – это твой предел мечтаний, или ты как бы чувствуешь, что ты на большее способен? Интересный вопрос. Но я думаю, что с этого все начинают. В ресторане получаешь большой опыт, опыт общения с людьми. Много чего здесь хорошего приобретаешь, поэтому я не считаю, что это плохо, что я здесь себя гублю. Это какой-то очередной этап. Я знаю, что в твоем репертуаре очень много отводится песням Филиппа Киркорова. Большое место причем занимает в твоем творчестве. А что, это подражание Филиппу Киркорову? Или просто больше нет песен, нечего петь? Начнем с того, что мне нравится этот исполнитель очень. И я считаю, у него очень грамотно подобран репертуар. Поэтому, если я что-то и буду подражать, от него брать хорошее, я думаю, это неплохо. А какие слова ты говоришь себе, прежде чем выйти на сцену? У тебя есть какие-то слова? Прежде чем выйти на сцену, я уже ни о чем не думаю, только вот уже стоишь в какой-то туманной дымке. То есть я думаю, что у всех это волнение, сколько бы раз не выходил. Даже здесь я выхожу уже, пусть будет 2 столика в ресторане, выходишь, когда поешь, все равно волнуешься. То есть у тебя нет таких особых слов, как себя вот, нет, прибодрить? Нет, я там не крещусь, там не молюсь, то есть у меня такого нет. Там пальцы в кармане не держу. Вов, расскажи мне о песне, которая сейчас прозвучит для телезрителей. Сейчас я маленький секрет открою. Текст этой песни я написал, как раз вот на тех переживаниях, вот из меня тут вытянули про любовь. Вот как раз на этой базе было написано этот текст уже на готовую музыку. Может, ты ее кому-то хочешь посвятить? Нет. Нет. Пусть это будет просто песня. Потерял.